Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на серию Black Dragon. И, в принципе, как я говорил в прошлом эпизоде, наверное, сейчас мы все-таки будем дарить и другим игрокам подарки. Я еще расскажу, я представления не имею, что будем дарить. Честное слово. Ох, о, заспаунился какой-то там покемон-босс. Вроде написал, что сейчас должен быть рестарт сервера, но что-то никак он не рестартится. Ни хрена себе, ни хрена себе. Какой-то там 91 уровень. Офигеть. Ух, долго мы его будем бить, долго мы его будем бить. Давайте мы Райквазой попытаемся его убить, конечно же. Так, Аутрейдж, конечно же, это самая, наверное, мощная атака, которая у него есть. У нее Райкваза, хрен его знает, дубасит вообще очень сильно. Ух, ни хрена себе. Так, так, чем мы выбрали? Сафари Болл, Файрстон. Ну отлично, отлично. Так, что там у нас еще вроде есть какие-то покемоны боссы, да? Ух, ну за ними уже парились туда. И покемон босс уже вроде пропал один, как я понял. Ладно, пойдем дальше. Так, давайте это, ну, поставим в сундук это все. Чему вы были с покемона босса? Сколько там еще уровней осталось? Тартуги, Тертуга, вот именно, конечно же. Японцы или кто там придумал покемонов. Вроде первые, как бы, сначала нормальные такие имена были, да, там Пикачу, Сквиртл, Бульбасар, там Чармандер. Потом пошли Принплупы, Тиртоуга, всякие там еще, вот никак не могу вспомнить, как называется вот та обезьяна огняная. Хрен его знает. Как бы тоже начальный покемон. Вот там вообще имя никак не могу вспомнить, никак не могу выговорить его. Так, давайте сейчас... Что там у нас, что там у нас, что там у нас, на кого бы напасть? На кого бы напасть? Большие уровни, как... Ух, твою ж, фуражку. Так. Вот, ты какой там уровень? А, 29-й, ну, в принципе, давай попробуем. Дать ему один уровень. Я вроде... Вот от Тиртоуга на 30 уровне прокачается, вроде, как я знаю. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Нет, не дал. А, дала! 30 уровень. Значит, не на 30-м. На 36-м, наверное. В принципе, пофиг. Так, ну что, давайте пойдем дарить подарки. Я еще раз скажу, я не имею представления, что дарить. Давайте, ну, сначала это все поскладываем в компьютер. Так, тут у нас уже таких нету, значит, сюда и сюда. Так, давайте сделаем кучу сундуков. Ну, 6 штук как раз будет нормально. Так, таблички. Вот что еще нужно. Таблички, таблички, таблички. Таблички как-то вот так делаются, да? Да. Пусть будет вот так. Ла-л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 а. Чё бы кому подарить? Фиг его знает. Давайте вот этого возьмем две штучки. Вот это возьмем две штучки. Вот это и три штучки. Хрен его знает, что это такое. Этого одну штуку, этого одну штуку. Этого давайте возьмем три штуки, этого две штуки, этого тоже две штуки, этого три штуки. Что еще можно взять? Что еще можно взять? Что еще можно взять? Что еще, что еще, что еще, что еще, что еще можно взять? Давайте вот этого штук так 8. Этого. Вот
этого, вот этого, этого одну штучку, этого три штучки, этого четыре штучки. В принципе, пока что места в инвентаре нет, так что давайте пойдем дальше. Так, главное, чтобы не заболели. Давайте пойдем, пойдем. Я, наверное, не успею подарить подарки за одну серию. Я алмазы не взял, твою мать. Ладно. Тут. Там кто-то есть, пацаны, там кто-то есть. Кто там? Чудило какое-то. Чё там? Ладно, не будем пока что им там ударить. Там, короче, какая-то засада. Засада. Не будем туда идти. Еще спалят. Не дай бог. Так. Чу-ч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 у. Песочек, песочек, песочек сюда. Давайте возьмем. О, мне тут же небольшой презент выдали для того, чтобы построить городишку. Давайте что-то с этого возьмем. Давайте шерсть возьмем. Шерсть, я думаю, будет полезна, так как на шерсть, этой шерсть вообще на сервере нету. Так что давайте немножко нижних полок возьмем. Отлично. Действительно, отлично. Стекло, ну, в принципе, стекло не нужно. Давайте еще чуть-чуть. Давайте вот этот. Нет. Вот этот поставим сюда и возьмем. И возьмем чуть-чуть алмазиков. Алмазиков у нас дофига, так что давайте пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Главное, чтобы не спалили. Так, давайте вот к этому пойдем. Только я не помню, как его имя. А он вроде вышел с игры. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Давайте полетим к нему. Только хрен мы как-то полетим к нему. Чтобы сесть на Чаризарда, нужно. Вот, давайте возьмем блок. Ну какой блок? Покебол. Летим, летим, летим. Так. Главное, чтобы его дома не было. А то спалит еще. Это же сюрприз, можно сказать, подарок, нет? А, ну в принципе его он же вышел с сервера. Ну, как-то пофиг, знаете, сейчас может зайти в любой момент и прописать хом. Так, где у него тут вход в дом? Где-то он тут был. Я помню, я ходил к нему в гости пару раз. Ну тут, конечно, у него, наверное, все запривачено. О, дверь не запривачена у него. Нет. Так. Тут он, не знаю, заметит или нет. Давайте вот тут ему сделаем подарочек. О, запривачено. Так, где у него может быть не запривачено? Вот то, что запривачено, вот бесит. Вот капот. Ну ничего себе, полумера тут запривачил. Ну где мне сейчас вот это все поставить дело? Да, не в курсе я, ребята, как мы ему подарим подарок. Короче, потом. Он мне же не дарил. Но суть не в этом, но. Суть в том, что вот то, что все запривачено, это кончено. Даже нельзя сундук поставить. Давайте летим мы вот сюда. Где мой дом? Вот где-то тут. Так, там никого нету, никого нету. Вот это дождь бесячий. Чуть не упал. Твою мать, дырки закрывать-то нужно, когда копаешь вниз за покемонами. Задрали. Тут, наверное, только вот так и умирают. Когда за покемонами рыются, а дырки за собой не закрывают. Во, во, смотрите. Во, жесть. Так, никого дома нету. Есть, есть! Палево, палево, палево! Валим, валим! Твою мать, да мы так никому и подарки не подарим. Преследует, преследует! На спаун! Твою мать! Харе уже дождь. Мы за целую серию еще никому подарки даже не подарили. А серия уже не знаю, сколько минут идет.
Хрен его знает. Да, давайте, дорогие друзья, все-таки на этом закончим. Это можно будет сказать такая серия, как бы предподарочная, да, только настраиваемся дарить подарки. Просто, ну хрен его знает, что-то не получается. Все дома или заприваченная территория, вот бесит. О, ну кстати, как раз, пока что. Чтобы закончить вот так серию, давайте я покажу свой, как бы там, как это сказать, свой замок, да? Передо мной, или я думаю, Райкуаза. Я думаю, рядом со мной. Сейчас мы ее поищем. Написал же, что Райкуаза заспавнилась. Но я не думаю, не знаю, рядом со мной или нет, не думаю. Ну, в принципе, я же в поле был. А, нет, уже там вроде словили, да? Словили уже? Да, только... Все, отлично. Ну, отлично, значит. Уже словили Райквазу? То, что заспанилось. Вот, такой у меня замок получается. Конечно, не скажу, что какой-то охрененный, но... Вот тут, наверное, нужно будет немножко заделать. Ну, я, в принципе, только стену строю. Вот стена, охренеть, как долго это все строить. Вот на это все детина пошло больше 100 блоков булыжника. Охренеть. Ну, в принципе, нормально получается. Тут, наверное, мой дом будет. Тут еще чей-то. Потом будем торговать территорией. Так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В следующем эпизоде будем дарить подарки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.